Всем салам, на связи Сарам, ну а перед началом просмотра хотел бы вам напомнить о том, что на сайте MyCSGO действует мой личный промокод Сарам, введя который вы получите бонус в виде 30% к вашему депозиту. Пополняйте баланс на 1000 рублей, получаете 300 рублей на халяву. Пополняйте баланс на 5000 рублей, получаете 1500 рублей на халяву. Как по мне, это довольно круто. Ну а самое крутое здесь то, что на сайт можно пополнить любыми картами, а помимо карт можно точно также пополнить скинами. Также не стоит забывать то, что все ссылочки будут в закрепленном сообщении в комментариях, либо же в описании под данным роликом. Но я желаю вам приятного просмотра, погнали! Я уверен, что ты точно такой же простой человек, как и я, который зашел на этот ролик для того, чтобы заработать и понять, как можно выбить реально годные скины и выйти отсюда в плюсе, потому что в обычный КС навряд ли ты уйдешь в плюсе. Скорее всего, ты закинешь туда денег на кейсы и ключи и в итоге все проиграешь. В этом ролике я бы хотел показать, как с балансов 1709 рублей можно взять и поднять себе несколько тысяч рублей. Ты скажешь, это нереально, я скажу тебе, что это реально. И я бы в этой серии хотел бы все об этом рассказать и показать, как это все будет происходить. Прямо сейчас мы находимся на сайте MyCSGO, ссылка на который будет в описании под данным роликом, либо же в закрепленном сообщении в комментариях. И мы находимся с вами в разделе майнинг кейсы. Здесь их несколько, и все они стоят по-разному денег. Если вы хотите заработать с маленького баланса, такой как 1000 рублей, 1700 рублей, в моем случае это 1700 рублей, я бы хотел показать вам несколько майнинг кейсов, с которых реально можно окупиться и попробовать выбить какой-то хороший дроп. Давайте не будем долго томить и приступим с вами к просмотру. Что же, у нас есть несколько вариаций. Азимов, Хайпер, из тех, которых я советую, это Азимов, Хайпер, Януар майнинг, ну и можно попробовать Неон Райдер, точно так же пооткрывать. Давайте начнем с Азимова. Как я советую открывать, если на балансе 1000-1700, 2000 по 10 раз. И я вам покажу некую тактику, если у вас не получается, ничего вообще не падает вам, я покажу вам некую тактику, по которой можно, собственно, выбить. Отсюда можно забрать будет Азимов, эмочку вот такую, Авик Азимов, Калаш Азимов, P90 Азимов, ну и P250 Азимов. В принципе, два последних скина мы сразу же будем продавать, их мы забирать не будем. Давайте будем приступать и, в принципе, уже начинать потихонечку открывать. Пока мы это все открываем, хотел бы вам напомнить то, что промокод на первый депозит, да и, в принципе, на любой депозит сверху на экране. То есть над моей веб-камерой. Вот, используйте этот промокод для того, чтобы к вашему пополнению были еще бонусы. То есть закидываете там 1000 рублей, получаете 300 рублей на халяву. Как по мне, это неплохо, 1000 рублей всего лишь закинули и получили 300 рублей сверху. Ну а мы тем временем на 20-м кейсе выбиваем вот такой вот Азимов с вами. Это P90. Мы его продаем 700 рублей и у нас уже на балансе 2000. В принципе, мы окупились, плюс 300 рублей, в принципе, неплохо, но это немного не то, что я хотел бы выбить. Я бы хотел бы выбить какой-нибудь очень дорогой и хороший дроп. В принципе, наверное, как вы. То есть, когда зайдете на сайт, вы по-любому точно так же захотите выбить какой-нибудь дроп. Очень сильно хочется выбить калаш. В принципе, выбить калаш это реализуемо, потому что если посмотреть на шанс, здесь, в принципе, 0.055%. То есть 0.55%. Здесь 0.145. Ну и, собственно, P250, 0.636. Вот, пока что нам ничего не падает, я предлагаю вам быстренько пооткрывать, чтобы не затягивать это все надолго. Тем не менее, P250 вот такой мы с вами забираем за 150 рублей. Далее мы открываем. И сейчас будем смотреть, если ничего, в принципе, нам не выпадет, можно будет попробовать по моей тактике. В принципе, все майнинг-кейсы, которые вы будете открывать, сразу хотел бы вам сказать о том, то, что майнинг-кейсы, они на то и майнинг-кейсы. То есть вы заходите на кейс не для того, чтобы открыть его 2 раза, не для того, чтобы открыть его 3 раза. Вот этого я реально не ожидал. Честно вам скажу, вот этого я реально не ожидал. Пока я вам все это рассказывал, я забрал вот такой вот дроп. Мне этого хватит, в принципе, не знаю, ну, на несколько серий. То есть такой дроп мы с вами забираем. Это калаш Азимов и АВП Азимов. Общей стоимостью в 12 632 рубля. Как по мне, это реально неплохо. Даже это не то, чтобы неплохо, это очень хорошо. Мы выбили с вами, конечно, М-ка нам не упала, но тем не менее, Авик и Калаш мы забираем. Честно говорю, не ожидал увидеть такой дроп. Честно говорю, не ожидал. Но для тех, кто будет говорить, у тебя подкрутка, у тебя это, то... Ребята, я открывал по 10 кейсов. Я не открывал один кейс, я открывал 10 кейсов. Я открывал его больше 10 раз, чтобы выбить такой дроп. То есть мы открыли более 100 кейсов. Ну, сами понимаете, за 100 кейсов какой-то хороший дроп выбить вполне реально. В
принципе, мне кажется, как и в CS 2, ну, в обычной CS 2, вполне реально за 100 кейсов что-то выбить. Но здесь шансов намного больше. Поэтому я и вам и советую именно этот сайт, потому что давно такого дропа у меня не было. Обычно, когда я садился, записывал серию, меня либо сливало, либо же давало какой-то там калашик просто. Но как-то я вам этого особо показывать не хотел. А здесь вот прям вот так вот хорошо насыпало все. Блин, слушайте, ну это реально неплохо. Второй кейс, который можно попробовать, это Cyrex. Серию из Cyrex. Но, честно сказать, у меня уже такого желания дикого нет открывать. Но просто как показать, я вам готов. То есть, смотрите, самое главное, чем отличаются майнинг-кейсы за 12.35 рублей. Давайте я вам покажу самое главное их отличие. Азимов майнинг. Возьмем, здесь у нас находится 5 скинов. И остальное все шир. То есть 5 скинов у нас, которые, в принципе, хорошие, остальное все шир. Если мы открываем, к примеру, Cyrex, здесь у нас находится 4 скина, но ценой самый дорогой здесь это Scar. Scar 20 Cyrex с ценой в 3300 рублей. То есть видите, в чем различие? Различие в дропе. То есть здесь у нас 4. Вот где-то даже, помню, вроде бы 3 было. Я особо не помню, на каком точно, но где-то было у нас с вами 3. Ладно. Да, вот, 3. Видите, в механопушка вообще 3. То есть советую те, которые открывать, это либо Азимов, либо Хайпер, либо же Неонуар, либо Неонрайдер. В Неонрайдере, конечно, шансов выбить вообще минимальное, но отсюда я выбивал калаш неоновый гонщик целых 2 раза. Давайте следующий кейс с вами попробуем пооткрывать. Это у нас Хайпер Майнинг. Опять-таки говорю, открываю только те, которые, в принципе, могу посоветовать. Вот, поэтому Хайпер Майнинг, он тоже неплохой. Можете попробовать пооткрывать его. Здесь, в принципе, реально выбить какой-то дроп, но мне кажется, после того, как мы с вами забрали 2 очень дорогих скина, мне кажется, нам, в принципе, ничего не даст. Вот, потому что, говорю, мы забрали очень и очень дорогой дроп на 12 тысяч рублей с 1700 рублей, это очень жестко. Но это майнинг кейс, он на то и майнинг, то, что вы сидите, майните, и объективно я открыл более 100 кейсов, мне падает новое, это самый дешевый скин. Попрошу заметить, а в коллекции, собственно, скоростных зверей. То есть здесь скоростной зверь, и это самый дорогой из этой коллекции. То есть, ну, в принципе, самый дорогой, говорю, самый дешевый. То есть здесь, кстати, можно повторить, возврат по времени, продать, в контракт, в апгрейд. Я вам предлагаю в конце ролика засунуть его в апгрейд и попробовать апгрейднуть его. Почему бы и нет, в принципе, на какой-нибудь дигл, код красный, мне кажется, можно попробовать сделать. То есть, ну, в принципе, 58% нашего шанса, 58% успешного апгрейда, давайте посмотрим, повезет либо не повезет. И это, да, к сожалению, нам не повезло. Но, тем не менее, если мы перейдем в наш с вами инвентарь, нажмем «Доступны для продажи», мы увидим 2 таких вот приятных скина. Это АВП Азимов и Калаш Азимов. Ценой в 12600 рублей. Я считаю, серия получилась максимально приятная, максимально вкусная. Объясню, почему другие кейсы не давали. Ребята, мы с 1700 рублей... 1700 рублей. Сделали сами 12600. 12600 чистыми сделали. Это, ну, это реально, этого хватит, в принципе, ну, на очень большое время. То есть 12600 как бы сделали за одну серию. Я считаю, это неплохо. Не забывайте обязательно писать в комментариях, понравилась вам серия, либо же нет. Также ставить лайк на этот ролик, для того, чтобы продвинуть этот ролик, и для того, чтобы показать активность. То, что вам все, в принципе, нравится, вам все устраивает. Ну, а следующий ролик, скорее всего, выйдет по прокачке аккаунта подписчику. Поэтому, если вы хотите попасть в ролик по прокачке аккаунта подписчику, то обязательно пишите в комментариях «Участвую». Всех буду ждать, всех обнял, всем огромное спасибо за просмотр, увидимся в следующем ролике. Удачи!